Самый точный гороскоп для знака зодиака Лев на неделю с 9 ноября по 15 ноября 2020 года. Итак, уважаемые львы, для вас самый точный гороскоп на всю неделю. Итак, начнем с понедельника по пятницу и мы поговорим о вашей рабочей неделе. Уважаемые львы, возможно, вам понравится проводить больше времени в тишине и в одиночестве. Но обращаем ваше внимание, львы, что с вашей текучей рабочей нагрузкой вам, скорее всего, у вас, скорее всего, не получится насладиться минутой тишины. Также Луна входит в рак, и ваш низкий будет лунный цикл. Возможно, вам не захочется общаться ни с кем или иметь дело с миром, но у вас, к сожалению, не будет выбора. Поэтому обязательно львы побалуйте себя долгой, горячей, пенной, ванной и, наконец, обязательно львы постарайтесь выспаться на этой неделе. Удачные цвета для вас С понедельника по пятницу – это синий и серебристый. Ну, а счастливые числа – это цифра, чис, число 3 и 12. Если мы говорим о 14 и 15 ноября, это у нас суббота и воскресенье, уважаемые львы, воспользуйтесь собственной интуитивной мудростью, потому что полуна будет проходить через ваш 12 дом. И, пожалуйста, запоминайте свои сны – так вы сможете понять, как работает ваш внутренний разум, который даст вам и еще определенные подсказки через ваши сны. Конечно, скорее всего, вам захочется пройтись вечером. Но, к, к сожалению, у вас это не получится сделать, но если сильно захочется, обязательно в вечернее время пройдитесь и подошите свежим воздухом в субботу и воскресенье. Итак, удачные для вас цвета на субботу и воскресенье это розовый и бледно-лиловый, а счастливые числа на субботу и воскресенье 21 и 30. Если вы являетесь бизнесменом, то вам стоит приготовиться к жесткой конкуренции. Конечно, возможно, вам может и повести, и ситуация изменится к концу недели. Краткосрочные поездки возможны на этой неделе и могут даже вам дать хорошие результаты. Если вы работаете на кого-то и у вас есть работодатель, то вы можете преуспеть в увеличении своей производительности. Но, к сожалению, это не даст вам никакой выгоды в дальнейшем. Если вы являетесь студентом, то вы можете столкнуться с какими-то определенными моментами в учебе и вы не сможете добиться желаемого прогресса. И на этой неделе для вас очень, очень много будет достаточно тяжелым и сложным. Если мы говорим о финансах, то, уважаемые львы, вам нужно будет разработать план увеличения своего дохода. В то же время откладывайте немного денег на непредвиденные расходы. Вообще в целом ваше финансовое положение на этой неделе с 19 по 15 ноября будет стабильным каких-то серьезных трат и какой-то серьезной прибыли не будет. Что же касается вашего здоровья, то все будет относительно под вашим контролем. Уважаемые Львы, благословенной вам недели, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, а мы услышимся в следующем видео.